Солигорские врачи продолжают борьбу за жизнь пациентов с коронавирусной инфекцией. Местная центральная районная больница обслуживает 100-тысячный город и еще тысячи сельских жителей. В четвертую волну борьбы медики вступили с начала сентября. Частично под ковид перепрофилированы отделения больницы. На сегодняшний день открыто более 500 коек. Кроме стационара Солигорской больницы, под оказание помощи пациентам с ковид полностью перепрофилирована Старобинская больница. В стационар поступают пациенты с тяжелыми пневмониями, которым нужна в том числе и кислородная терапия. Все койки больницы оснащены кислородными местами. Кроме стационарных кислородных точек, розеток, у нас еще есть 11 кислородных концентраторов палатных. Да, у нас вырос значительно расход кислорода, но кислород поступает бесперебойно. Даже в условиях COVID-инфекции ведется модернизация системы лечебного газоснабжения. Мы проводим и разводим дополнительные точки в Старобинской больнице и дополнительно монтируем магистрали в Солигорской ЦРБ. То есть эта работа проводится планомерно, в спокойном режиме, с учетом потребностей. Никакого ажиотажа по поводу доступа к кислороду у нас нет. В полном объеме получаем все необходимые препараты, в том числе дорогостоящие противовирусные препараты, в том числе дорогостоящие препараты для купирования цитокинового шторма. Мы в полном объеме обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких. Медики констатируют, число заразившихся COVID-19 растет. Выросло и количество сложных пневмоний. Их в четвертую волну больше, а значит, и нагрузка усилилась. Все пациенты, которым необходима госпитализация, госпитализируются. Но не все пациенты, у которых выявлена COVID-инфекция и у которых диагностирована пневмония на фоне COVID-инфекции, нуждаются в госпитализации. Работают специалисты в изоляторе, определяются с показаниями для госпитализации, и там, где госпитализация показана, пациенты госпитализируются. Сегодня самый эффективный способ остановить распространение коронавируса – вакцинация. Для пожилых, маломобильных и нетранспортабельных граждан прививку против COVID-19 предлагают сделать на дому. Для этого необходимо обратиться в регистратуру или ФАП по месту прописки. Проработаны были маломобильные группы, были проработаны инвалиды. Активно ведется работа с сельским населением. Выезжают прививочные бригады сельских амбулаторий, прорабатывают по малым населенным удаленным пунктам. И на селе у нас процент вакцинации выше, чем по городу.